Если любите меня, соблюдайте мои заповеди. Я умолю Отца дать вам другого утешителя, да пребудет он с вами вовек. Он дух, открывающий истину о Боге. Мир не может принять его, потому что не видит и не знает его. Но вам он знаком, потому что пребывает с вами и в вас. Когда я уйду, вы не останетесь одни, я вернусь к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите. Ибо я живу, и вы будете жить. Придет день, и вы узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, как и я в вас. Кто принимает заповеди мои и исполняет их, тот любит меня. И будет он возлюблен Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда, не Иуда Искариот, сказал: Господи, скажи, как же ты можешь нам себя явить, но мир тебя не увидит? Кто любит меня, тот соблюдет мое слово. И Отец мой возлюбит того. Отец и я придем к нему и останемся с ним. Не любящий меня не соблюдает моих слов. Слова же, что вы слышали, не мои, а Отца, пославшего меня. Я сказал вам это, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, посланный Отцом во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир. Вот что я оставляю вам. Я даю вам мой мир. Я даю его не так, как мир дает. Да не смущается сердце ваше и не устрашится. Вы слышали, что я сказал. Я ухожу, но снова приду к вам. Если бы вы любили меня, то радовались бы, что я иду к Отцу, ибо Отец более меня. Я сказал вам об этом прежде, чем это случилось, дабы вы поверили, когда это сбудется. Уже недолго мне говорить с вами, потому что идет князь мира сего. Он не имеет власти надо мной, но мир должен знать, что я люблю Отца и делаю все, как Он заповедал мне. Встаньте, пойдемте отсюда.